приветствую. Я на Мукбанге снимала тему одну очень важную. Но почему-то вообще пропал звук. Мне всегда звонят не вовремя кто-нибудь, потом что-то происходит. Итак, договорю. Человек кидает какую-то фразу, такую, знаете, вроде бы в шутку. Это, допустим, касается... Ну, любой темы может касаться. Но, знаете, так, можно сказать как-то более эмпатийно, так, знаете, поддержать даже фразой. Ну, в общем, знаете, без подъебов, без подколов и без, знаете, такой... Бывает такое в людях, они вдруг почувствуют, что как будто бы в их руках власть, но они вообще всего, чего в жизни добились, это через кого-то. То есть не сами, не своими мозгами, не своими, я не знаю, умом, не своим трудом, а просто через кого-то. И вот почему-то происходит, это вообще всегда происходит, но человека так удивляет, вот пройдет сколько-то там лет, и он даже все забудет и думает, почему же вот это вдруг произошло. А бумеранг, он даже может потом... Знаете, вот кто-то, даже не этот же человек, кто-то другой фразой, как-то вот, понимаете, вот человек прям вот как током его ударит, он думает, боже, вроде бы за что. А потому что вот была такая ситуация, кто-то в какой-то временной трудности оказался, а человек не то чтобы понимающий, а так, в общем, с издевкой отреагировал, показав, знаете, ну, вообще-то, конечно, грязь. А для себя-то он думает, что вот он выше, да, он на коне, а тот человек, значит, в жопе мира. Почему вообще это происходит? Ну, то есть для чего вообще человеку эта ситуация будет дана? А потому что он должен вынести урок. А как вынести урок? И урок, кстати, дается в такой, знаете, вот... Когда жизненная ситуация не очень такая, когда мало энергии, все плохо, и вот тогда это происходит. Вот это тогда происходит в тот момент. Кто-то вынесет урок и скажет сразу же себя, поймает на мысли, вот, и изменится, да? Может, даже попросит прощения. Потому что, знаете, иногда ведь не физически, а морально, знаете, так, и такое вот показать свою власть. Вот это же больше всего обижает, унижает, но не того человека, в сторону которого это было сделано, а того, кто это сказал. Кто это сделал? Кто совершил такую глупость? И жизнь его учит таким образом.